В Южном Казахстане задержали 7 человек, которых подозревают в совершении разбойного нападения на частного предпринимателя Туркестана. Вооруженные пистолетом, обрезом, ножом и железным прутом, налетчики ворвались в дом бизнесмена, связали его жену и детей. Приставив нож к горлу одной из дочерей, разбойники потребовали отдать деньги и драгоценности. В итоге они украли ювелирных украшений и денег на 12,5 миллионов тенге. Однако оперативники в течение суток вышли на след нападавших и задержали их. Уже возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и за незаконное изготовление, хранение и применение огнестрельного оружия. Установлено также, что возглавлял группу неоднократно судимый житель Кызылординской области. Разбойная группа готовилась к данному преступлению очень тщательно. Они запланировали это преступление. Один из подозреваемых знал, что хозяин дома занимается частным предпринимательством, и, возможно, в его доме хранится большая сумма денег.